seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Алан, тише, милый, это просто что сон, Элис? Вот так, Алан. Артман, я упал? Мне пришлось дать вам успокоительное. У вас случилось очередное обострение. Что? Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом моей клиники. Гибель... Жены вызвал у вас шок, который спровоцировал нервное расстройство. Нет, ты лжешь. У вас наблюдаются различные симптомы недифференцированного чего? Дрянь. Убью. Все в порядке, Алан. Просто расслабьтесь. Не дали мне договорить. Продолжаем мы проходить Алан Уэйк. Начали с того, что было в прошлых частях, потому что давно уже выходила последняя серия. Все уже давно прошли эту игру наверняка. Ну, я не говорю, я говорю про ремастер. Вот, а я нет. В голове у меня помутилось от дряни, которая закачала в меня Хартман. Я словно оцепенел. Мне казалось, что все это происходит с кем-то другим, а я вижу его на экране телевизора. Думать не мог. Не мог сосредоточиться. Ёпта, это что? Это что такое? Страниц рукописи не было, только чистые листы бумаги. А есть что-то, какое-то задание там? Дверь была заперта. Я оказался пленником. Типа, садись, пиши, нахуй. Ебать, стул. Добрый вечер, Алан. Ну как вам теперь, получше? Мы успокоились? О, да. Я вижу, что вы прихватили с собой свою ручную гориллу. Так что я спокоен, будьте уверены. Верно, вот молодец. Отваги вам не занимать, Алан. Я понимаю, вы совершенно сбиты с толку. Меня бы куда больше обеспокоило, если бы вы не отнеслись ко мне с подозрением. Я на вас за это не в обиде. Какое великодушие. А теперь, почему бы вам не пойти со мной? Мы заново познакомимся вас с моей клиникой и повторим все, что мы могли позабыть. Как насчет прогуляться? Согласны? Вам это подойдет. Так, а как ходить, я забыл. Это я не буду читать, это неинтересно. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Тобой сообща, да пошел ты нахуй. Сюда, Алан. Ага. Это лифт. Ой, я себе, у тебя тут особняк. Лифт, правда, такой себе. Этажей сколько у него? Ну что там было написано, Алан? А, аларм. Итак, Алан, по прошлому опыту общения с вами, я знаю, что должен как можно скорее перейти к сути дела, а потом скажу сразу и напрямик. Элис мертва. Нет. Вы будете в крайне уязвимом состоянии, пока не осознаете и не примете это. Элис утонула, и вы не смогли с этим смириться. Вы страдаете от галлюцинаций, параноидальных иллюзий, необычных мыслей, навязчивых идей о тьме и свете, от ощущения, что все вращается вокруг вас, ваших мыслей и грез. Ваш мозг создал замысловатый фантастический сценарий, в котором персонажи и события из ваших книг влияют на реальность. Элис похитили, и сверхъестественные силы... Так, вас остановить хотят. Сюда, Алан. К этому удару я оказался не готов, а потом пропустил его. Он наверняка лгал, однако под действием лекарств... Короче, не верит он ему. Все это существует только в вашем воображении. Вы это придумали. Если не считаете трагического происшествия с вашей женой, никто не погиб. Ваша иллюзия — это проявление подсознания, которое пытается защитить вас от слишком мучительной правды.
Если вы не будете сопротивляться этой фантазии, она вернется. Знаю, вы инстинктивно стараетесь мне сопротивляться, но подумайте, разве в моих словах не больше здравого смысла, чем в том безумном сверхъестественном заговоре, который состряпало ваше воображение? Вы же по природе скептик, Аллан. Мы оба это знаем. Ух, ебать, чтиво тут. Так, и чё? Так, мы сейчас немного побродим, а потом сейчас нападет тьма и съебашит этого докторишку, и мы будем опять бежать и стрелять из двух патрон. Ну чё? Чё? Не устаю любоваться этим видом. Великолепно. Не правда ли? Нихуя не видно. Под нами простиралось озеро Колдроу. На другой стороне виднелся Mirror Park. Я, пожалуй, даже мог различить место, где был. Ага. Где я был. И чё? Похоже, надвигается буря. Странно. Не припомню, чтобы в этом говорили в прогнозе погоды. Впрочем, не важно. Сюда. Идите за мной. Аллан, у меня для вас хорошая новость. Сейчас мы держим все под контролем. Всякий раз, когда у вас наступает рецидив, вам становится все труднее выныривать на поверхности стены. Глубины своего воображения, что и неудивительно, учитывая вашу профессию. После всех ваших кошмаров, мои доводы должны принести вам огромное облегчение. Если это не происходит, то почему? Потому что я лгу и... Короче... Считать меня врагом — это очень естественно для вас. Эта часть полезна. В конце концов, вы ебанулись, что ли? Я не мешал ему говорить. Хартман явно наслаждался звучанием собственного голоса. Его слова безумным эхом отдавались у меня в голове. Короче, да, он его тоже не слушает. Так, а там кто? Пойдемте внутрь. А, там дурик какой-то. Здорово. Ужас, ужас. Чё, смахнёмся? Один на один давай. А чё бить-то его нельзя? Ебать, ты, конечно, злодей. А ты кто? О, здорово. О, привет. А я тебя нарисовал. Отлично. Просто пару дней назад меня посетило вдохновение. Доктор Хартман хотел, чтобы я писал пейзажи. Я этим занимался, но сейчас пишу другое. И много образов просто сами приходят. Доктор Хартману они нравятся. Он их вешает у себя в кабинете. Правда? Он очень гордится мной. Говорит, у меня значительное улучшение. Думаю, мне и правда становится лучше. А мне кажется, доктор Хартман пиздобол. Так, надо мне, пожалуй, закругляться. Буря совсем близко. Вы только посмотрите. Не хотели бы я сегодня ночью оказаться там? Короче, ебать. А вот они, чуваки-то. Они ж в баре сидели, а теперь в дурке сидят. Где доктор-то? А тут можно побродить, да? Неплохо. Открытый мир, кстати. Так, QR-код. Сука. Хартман говорил, что электричество барахлит, может, поэтому и нужен был генератор, рабочее освещение на балконе. Генератор был выключен, а ключа нигде не было. Это весьма, кстати, неплохо. Так, а что за QR-код? Кто-нибудь отсканировал? Кто отсканировал, пишите, что за QR-код. Мне самому сейчас неохота. Так... Опять кофейня этот, блядь, сервиз. Я думал, что нам вместе с доктором надо. Ну, сейчас начнется. Сейчас начнется буря и начнется пиздец. И, короче, рецидив, не рецидив. Так, ты со мной говорить не будешь. О, еще кофейный набор.
Слушай, а с это, страничка-то у вас нет? Я что-то это... Книжка. Читать. Чё читать? А, новая захватывающая книга доктора Эмиля Хартмана. Автор бестселлера «Творческий поток». Доктор Хартман описывает свои новаторские методики терапии вовлечения и метод потока. Короче, понятно. Шарлатан еще тот. Так, став. The typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Да понятно, понятно. Ты пидорас, ты собираешь всех и хочешь, чтобы они это. My rheumatism is killing me. There's a storm coming. Близится буря. О, какая буря! Найт Спрингс. Надеюсь, она сотрет это место с лица земли. А эти двое братья Андерсона, Один и Тор. В 70-х, 80-х годах у них была, как бы это выразиться, группа в стиле хэви-метал. Называлась «Древние боги Асгарда». Они даже взяли новые имена, чтобы соответствовать сценическим образом богов-викингов. После распада группы они жили на ферме неподалеку. У них поздняя стадия старческого слабоумия. За ними хорошо ухаживают, окружают вниманием и заботой, и тому подобное. Больше здесь ничего нельзя делать. Так, короче, ты, пидорас, собираешь, типа... Нет, так, не понял. Извиняюсь, Алан, но придется пока прерваться. Питание барахлит, я пойду проверю, мы вскоре продолжим. Между тем, когда будет в силах, верните свою комнату и попробуйте поработать. Так будет лучше всего. Согласны? Короче, этот пидорас собирает, типа, талантливых людей, так их назовем. Хотел бы я раздолбать ему башку этим молотком. А он бы рад выведать наши тайны, но не знает, как подступиться. Он недостаточно чокнутый, не такой чокнутый, как мы, сынок. Ага! Быть чокнутым — это обязательное условие, сынок. Кто еще может понять этот мир, когда мир сходит с ума? Чтобы распознать безумие, надо самому свихнуться. Это самое разумное, что я слышал за последнее время. Ха-ха, разумное. А ты ничего, парень. Он ничего, правда, братишка? Надо ему на ферму сходить. Ферма Андерсонов, Вальхалл. Мы все записали, чтобы не забыть. Ускоренный курс по вправлению мозгов. Найдешь послание, все поймешь. Держи, сынок, это тебе. Уж доставит мне эта штука хлопот, но я ее таки спрятал от этих мерзавцев. Так, F5, ну-ка. Помощники, рукопись Том и Зе. Зейн ощущал, как рождаются стихи, обретая формы, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и казалось почти что чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх, если бы не его молодой помощник Эмиль. Он давно бы бросил это дело, однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. Эмиль, это... Моя голова постепенно прояснялась, или, если верить Хартману, я все глубже погружался в фантазии. Я был убежден, что он мне врет. Врет по всем пунктам. Их слова звучат... Короче. Как я и говорил, этот... Пидорас-доктор собирает талантливых людей и за их счет выживает. Мы окажем вам необходимую неинтересную информацию. Свою комнату. Где наша комната? Кто-нибудь помнит? Стрелка наверх. А типа мы тут можем, да, пройти? Ебать, телек? Что с телеком? Так, телек, давай телек, сука, ты же засветился, мы же все видели. Так, комната, то есть мы по улице, ты, короче, нах, запутался. Комната наша здесь, ну пойдем возвращаться.
Послушай, Уэйк, почему бы вам не сделать приятное доктору Хартману и не взяться за работу? Пишущая машинка... это наша комната? Да? Белый лист вспыхнул перед глазами ослепительным светом, руки безудержно затряслись. Уймитесь все! А ну положи на место, Брайт Фоллс, рок-н-ролльная столица Америки. Слушай, Уэйк, оставайся здесь, я пойду гляну, что там творится, а ты просто занимайся своим делом. И не буянь, лады? Я не знал, из-за чего весь этот бардак, но, возможно, это был мой единственный шанс убраться отсюда. А я не могу как-то... О. Картины, да? Здесь заперто. А здесь? Тоже ничего не понятно. Книги, хуиги. Это моя, говорит, буря. А где они? О, страничка. Рукопись. Барри в доме. Хартман, явно гордившийся этим местом, говорил без умолку. Он провел для Барри настоящую экскурсию и долго рассказывал о своих охотничьих трофеях. Барри был впечатлен, но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Хартман, а где Ал?» Раздраженный вмешательством, Хартман остановился посредине предложения. Он кивнул Верзили, стоящему в ожидании приказаний. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. Короче, этот Барри приходил сюда забрать нас. Типа, что за хуйня, блядь? Так, нам куда-то вниз. Так, они разъебали, походу, дело охранника. Да? Синклер выглядел. Синклер плоховато выглядела. Ключи? Мне нужно было попасть в офис Хартмана. Он забрал все мои страницы. А, идите в кабинет Хартмана. А здесь он? Так, ключи у нас теперь от всего на свете. Кабинет Хартмана. Ты кабинет Хартмана? Давай послушаю. Судя по надписям на пленках, это были записи сеансов Хартмана с пациентами. На одной из них я заметил имя Элис, а миг у меня перехватило дыхание. Итак, миссис Уэйк, расскажите, пожалуйста, о проблемах Алана. Ему все труднее и труднее сдерживаться. Вечные вечеринки, он все время злится, начинает распускать руки, он... Ты имеешь в виду... Нет, только не со мной. Нет, никогда. Я никогда почти хочу, чтобы Алан врезал мне, потому что это хотя бы привело к разговору, от которого он не смог бы уйти, но нет, он... Алан почти не спит. А что касается работы, ну, он ничего не пишет совсем. Сидит вот так часами и все сильнее расстраивается. Я с ним даже поговорить не могу. Да, расскажите, мисс Уэйк, что бы вы ему сказали, если бы он вас слушал? О, даже не знаю, хочу сказать, я смотрю на тебя, а это будто и не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя и даже с твоими глазами, но только мне он не по душе, а теперь все вообще полетит к чертям. Но вы этого никогда не говорите. Нет, нет, я пыталась, но он не слушает, он слишком погружен в свои проблемы, всякий раз... Переводит разговор. Я так боюсь потерять его, а мы уже даже не разговариваем. Он мне больше ничего не рассказывает, держит меня в неведении. Я так одинока здесь, даже когда он дома. Умоляю, доктор, помогите мне, потому что я уже схожу с ума. Что ж, если сумеете привести его сюда, я сделаю все, что в моих силах. Да, но, доктор, будьте с ним осторожны. Он не захочет слушать вас и с вами сотрудничать. В жизни не встречал такого упрямца.
Что ж, я непременно это учту. Когда я услышал ее голос, ее речь, я испытал безмерную радость, боль и чувство вины, все разом. Хуже всего было, что я вспомнил эти слова. Тот телефонный звонок от Элис был отрывком этой записи. Интересный случай у Рудольф Лейна. Он был совершенно заторможенным, и я часто говорил, как бы он был, когда Уэйк приехал и начал писать, в Рудольфе что-то переменилось. Он работает великолепно, создает все более мрачные произведения. К несчастью, он совершенно не реагирует на указания. Я полагаю, что он не столько творец, сколько иллюстратор. Быть может, что-то вроде фотографа. Прежде я не думал о существовании подобной роли, не говоря уж об ее последствиях. Но квартира, которую он... Во всяком случае, он легко управляется и полезен. Хотя бы я, чтобы это можно было сказать об Уэйке. Как жаль... Я шел за Уиллером, и больше ему деться некуда, а значит, Уэйк, скорее всего, там. Агент Найтингейл, это частное владение, и я не позволю вам беспокоить моих пациентов. Правда? Я могу получить ордер. Как это понравится вашим бедным... Ага. Я уже почти трепещу перед вашим безграничным полномочиями, агент. Эй, ты, шишка! На ровном месте. Как тебе понравится, если я вломлюсь через эти ворота и намну тебе бока? Агент Найтингейл, во-первых, я записываю нашу беседу, так что подумайте, прежде чем что-то сказать. Во-вторых, перед вами не деревянный лопух. Я знаю закон. Если вам удастся убедить судью выдать ордер, я буду рад сотрудничать, но вам этого не удастся. Имейте в виду, что в дальнейшем вы сможете со мной связаться только через моего адвоката. Я этому не верю. Добрый день, агент. Все? Во. Красиво, бля. Так, ну это... Взять страницу... А, во. Ох. Мод проводит Хартмана. Хартман был недоволен. Мод видел это в его глазах. Сам он тут же опустил взгляд. Но все испортил и, знал об этом. Стыд поражения был невыносим. Мод не думал, что Уэйк попросит об отсрочке. И ляпнул 2 дня меньше, чем просил Уэйк, чтобы показать, кто здесь главный. В планы Хартмана это не входило. Мод. А кто такой Мод? Ну, мод кто-то... О. Мое внимание привлекла фотография на стене. На ней был изображен большой больничный персонал. Выпустите меня отсюда, Хартман, ты слышишь? Я же заслужил. Так, Барри? Барри? Как раз вовремя. Барри, дружище, как я рад тебя видеть. Нам нужно попасть в офис Хартмана. Он в следующей комнате. В порядке? Да, то есть нет. Копы обнаружили меня в трейлере Роуз, но не стали сильно мне докучать. Совершенно очевидно, что я жертва во всем этом, и я потребовал, чтобы со мной обходились, соответственно, а не то замучу их исками. Кстати, о козлах. Тот федерал мне устроил допрос с пристрастием, но я ж понятия не имею, где ты. А, он чокнутый. Я приехал, а на меня набросился пара мордоворотов. Избили и запихнули сюда. Что? Что с выключателем? Я стянул его из ресторанчика, чтобы побесить Роуз за то, что она нам сделала. Так, суровое наказание. Так, взять кофе. Пошли, Барри, бля. Идти в кабинет Хартмана. А, пистолет. Это нам понадобится. Это же все страницы, что были при мне, и еще другие. Алан, прошу вас, вы снова срываетесь. Еще раз мне соврешь, я тебе башку прострелю. Сука. Ну ладно, попытаться все равно стоило. Ладно, Уэйк, давай на чистоту. Давай работать вместе. Ты даже не представляешь, что... Хартман, заткнись, Барри, давай наружу. Я догоню, иди за машиной.
Ой, Ал, давай просто иди. Ойк, послушай, ты совершаешь ошибку, как ты не понимаешь. Вместе мы сможем создать нечто невообразимо потрясающее с твоим-то талантом и моим. Вот тебе тьма. Ойк! А когда он успел выбежать-то? Порадовался, блять. Так, чё, F5. Хартман видит падение Уэйка. Хартман наблюдал за падением Алана Уэйка в бинокль. Когда писатель рухнул в воду, он приказал Джеку направить лодку к нему. Это место легко было разглядеть в темноте, хотя в лодке и горели все огни. Сигнальная ракета не затонула и горела даже в воде. Когда мотор затарахтел, Джек включил радио погромче. Музыка грохотала и лязгала. Такое, без сомнения, пришлось бы по вкусу братьям Андерсон. Но Хартман сделал вид, что ничего не слышит. Уэйк наконец-то был у него в руках. Так, фонарика у меня нет. Темная сущность вот-вот... Найти выход. А... Ёптать. Такого же еще не было никогда. Так, а мы куда-то бежим, да? Был свет. Генератор мы знаем где, и ключи у нас теперь есть. Надо было сразу бежать. Я чуть не подумал, ну да ладно. Достигнута контрольная точка. Самое главное, чтобы эти пидорасы сфокусироваться. Зажигаем нахуй все. Все хорошо, да? А, они там сами, короче, тусят. Нормально. Сбежать из клиники. 6 патрон. Фонарик. Бежим. Так, это был не фонарик. Ёпты. А как у нас... Во, на shift. Так, fire. Ага. А что делать? Типа так? Хорошо. Fire просто так, в пустоту. А, рукопись. Самое время почитать. Задача Хартмана. Хартман знал, что он не творец. У него не было честолюбивых устремлений в этой области. И он уже, верно, не хотел кончить, так как все представители творческих профессий, с которыми он здесь работал, с немыслимо... изувеченной душой, если не хуже. Для Хартмана было довольно осуществлять творческий контроль и давать направление, быть продюсером. В любом случае, большинство этих людей нуждалось именно в этом. Конечно, подходящие объекты встречались крайне редко. Ну, как я и говорил, этот пидорас пользовался. Так, а чё мы сюда? Мы спрятались. Так, тут дверь закрыта. Я думаю, что прям по прямой нас никто не пустит. Не понял. А, сейчас шар. Я понял. Давай, давай. Дверь разбивай. Так. Блядь, чё, дурак? Ломай дверь давай. Шар, дурак. Бля, серьезно? Во! Бежали. И желательно быстрее. Так. А хули делать? Ёптать! Вообще, в целом-то не очень хорошая
перспективы бежим. А ты разбил дверь? Разбил, побежали. Ух, блядь. Ал, ал, я здесь. Заебись. Так, подожди, а тут безопасно же, да? Сейчас, сейчас. Барри, подожди. Эй, пошли, некогда рассиживаться. Тут кофе, блядь, попить надо. Так, тут все заперто. Не, мы еще раз сейчас посмотрим. Рукописи-то должны быть какие-то. А может и нет. А за это... Да я понял, что ты здесь. Ты почему еще ворот до сих пор не открыл? Или ты мне сейчас дашь фонарик, блядь? Я нашел машину, но ворота заперты. Тебе придется пройти через лабиринт вон там. У меня нет света. Ой, ну конечно. О боже, погляди на дом. А что с домом? Ебать он. Короче, в очко побежали. Нам бы не менять батарейки. Отлично. Я на всякий случай за столбом. О боже, выглядит ужасно. Дом выглядит просто уебански, я бы тебе так сказал даже. Если вот так подержать ворот... Да, отлично. Так, торопился, суетился. Сейчас народ побежит, естественно, блядь, со всех сторон. Ой, ну ладно, пошли. Хули ж делать-то? Лабиринт. Пойдем налево. Блядь. Говорит, через лабиринт. По-моему, было проще через забор перелезть. Не такой... Ал, скорей! Слушай, давай ты просто помолчишь, блядь. Без тебя хватает. Нахуй, нахуй, нахуй. Давай. Вот я об этом же, блядь. Пидарас. А можно мне это? Don't trust Emil. Ух, сучара, блядь. Никто ему не верит. Уже. Вот, блядь. Ненавижу нахуй. Так, взять. Рукопись почитаем. Немножко выдохнем. Я разглядывал предметы из обеих обихода викингов, разбросанные вокруг поразительного сооружения в центре. Это была полноразмерная сцена с отличной звуковой аппаратурой и многочисленными украшениями, включая дракона. Чтобы построить такое в глухом поле, требовалось особое безумие. Когда небо с оглушительным грохотом раскололось и грянула музыка, мне странным образом показалось, что так и должно быть. Так, мы, получается, направляемся к этим братьям. Туда, куда они нас отправили. Ой, бля. Да заткнись ты, пожалуйста. Ты меня напрягаешь, блядь. Больше, чем тех, кто меня ищет. Сука. Перезаряжусь. Так, здесь тупики.
Туда я верно шел. Они еще выпрыгивают. Ну, на самом деле, ничего такого ужасного в этом нет. Сучары. Еще там есть кто? Мне потрошков бы. А то эти здоровые, с ними, конечно, воевать пистолетом — такая себе история. Так, этот хер вышел справа. А еще у них есть такая особенность, блядь. Постоянно как будто бы респавнится. Бля. Короче, мне интересно. По сути дела, тут нет прохода. Но здесь есть рукопись, и мы ее почитаем. Слушай, неплохо шли. Хартман и авария энергосистемы. Хартман торопливо шагал по коридору, ему не по душе было оставлять Уэйка в ту самую минуту, когда писатель наверняка наиболее восприимчив к его методу лечения. Но это была необычная буря. Уэйк писал, и этим пробудил нечто в глубинах озера. Теперь оно шло за ним. Хартман, само собой, давно уже подготовился к подобной ситуации. Слабоумные братцы отвлекут Уэйка, а он... Хартман тем временем еще раз все проверит, просто на всякий случай. Проверил, блядь. Так, у нас... Сколько батареек максимально, я уже не помню. 20. У нас их осталось 8. Это не самая хорошая новость, на самом деле. Так, окей. Тут там... шепчется. Так, контрольная точка. И это уже неплохо. В целом, потрошки валяются. Так, опять лабиринт. Схуяли, он же закончился уже. Ладно. Ебанат. Так, это... 3 таблетки. А его не выжег, да? Тихо-тихо-тихо. Где? Так, аккуратно. Ты сдохнешь, что ли? Сука, батарейки. Сука, слава богу. Побежали. Ставить батарейки. Все, что ли? Надо было его убить. Так, ну вроде музыка затихла. Стало все неплохо. Зря только фаеры потратил. Ну да ладно.
Так, это Хартман был или кто? Я просто лица его не запомнил особо. Ты дурак. Я не понял, выжег я его или не выжег. Три патрона. Два осталось. Сейчас я понимаю, будет, скорее всего, переломный момент. Нужно будет убегать. Потому что два в обойме осталось. Это для Барри один и один для нас. Сука. Так, ружье дали. Записка. Читаем. Мод в ответе. Мод знал, что Уэйк умеет. У него было больше денег, красивая жена и все, чего можно пожелать. И Хартман говорил, что Уэйк важен, а значит лучше Мота. Но... теперь командовал Мод. Он ждал, что Уэйк будет ныть и уничтожать, но оказалось, тот был готов к борьбе. Мод знал, что задел самую чувствительную сторону Уэйка. Чтобы взаправду заполучить его жену, эта мысль заставила содрогнуться. Мод, это которого ебанули, который типа сказал, похитил жену твою. Достигнута контрольная точка. Ну давай посмотрим, то есть что же здесь сейчас будет. А выглядит это больше на, похоже на перестрелку. Да ебать. Хуевший. Тут я застрял. Это что за хуйня? Да тихо, тихо, тихо. Хорошо, здесь фаер. Бля, и тут два патрона теперь осталось. Так, ворот надо сжечь. Стоим просто. Хорошо. А дайте еще патрон. Страница. F5. А на Барри напал одержимый. Пока Барри просто радовался, что выжил после падения, Алла не было рядом, и забраться надо было... Забраться назад было нелегко. Барри сказал себе, что все будет в порядке. В порядке ночью в мрачном лесу. Просто придется подождать, пока Алл не найдет путь вниз. Услышав тяжелые шаги, Барри обернулся и увидел, как из-за кустов к нему метнулась тень в форме человека с высоко занесенным топором. Барри закричал и вскинул вверх руки. Мир взорвался. Так, пока что... ничего хорошего нас впереди не ждет. Очевидно. Здесь есть вот так. Патроны, патроны, хорошо. Есть вот так. Перезарядка. Отлично. Ну и на этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.